Рахим. Сегодняшний урок правила суккунированного нуна и танвина. Суккунированный нун – это буква нун, не имеющая огласовки, подобно ан, ан, вот этот нун, ла, вот этот нун, анта, и вот этот нун, слово ан. Танвин. Это добавочный суккунированный нон, присоединяющийся в конце имен по произношению, но не обозначаемый на письме. Ну, не видно его на письме. И это обозначается двойными огласовками. Дамма, фатха или касра. Таким образом, вот ун, ан, ин. Мы произносим вот этот нун, но его не видно при письме. Вот, например, «Кала мун», «Кала ман», «Кала мин». У суккунированного нуна и танвина четыре правила, в зависимости от того, какая из 28 алфавитных букв следует после них. Мы сказали, вот суккунированного нуна и танвина. Четыре правила. В зависимости, какая из 28 алфавитных букв следует после них. Вот какая буква после имеется в виду? Вот этот ай, например, здесь та. Вот так имеется в виду. Вот этот. И первое правило — это выявление или ясное чтение, называется на арабском изгар. Второе правило — удвоение, идгам. Третье правило — превращение, на арабском икдар. Четвертое правило — сокрытие, на арабском ихфай. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.